Многие сравнивают игры и говорят, какая говно, какая топ. Но вы когда-нибудь задумывались, что игры созданы для того, чтобы в них играли? Чтобы наслаждались игрой, геймплеем, атмосферой, а не чтобы их сравнивали и говорили, что игра говно? Да, это ваше мнение, вы можете говорить так кому угодно, но почему вы говорите своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они не играли в них? Зачем вы оскорбляете игру при человеке, которому она нравится, и говорите ему: «Фу, ты чё в это говно играешь, ты что, долбоёб?» Ему-то она нравится, ему-то она приносит кайф. Так возникнут только споры, конфликты, и в итоге ничего не добьетесь. Каждый останется при своем мнении. Правильно поделиться впечатлением в данных ситуациях нужно начинать со слов «по моему мнению», «по моим впечатлениям». Если к вам возникают вопросы, вы не должны приводить факты про маму собеседника или же про игру. Просто скажите: «Это мое мнение, ты не обязан прислушиваться к нему». Для тех, кто говорит, что игра говно, не играйте в нее, скажу: засуньте свое мнение в жопу, да поглубже. Поставьте лайк, если я прав, и буду благодарен, если вы подпишетесь на меня.